Слава Вышний Богу на земле мир, человец и благоволение. Господи, усни наши отверзиши, и уста наши возвестя хвалу Твою. Время сожди, Господи, высокое освящение Слова Твоего. Благословен Бог наш всегда. Молитесь у нас возродное освящение. Исправит свой славу и ваше напоминет вас, Господь Бог, во Царстве Своем всегда на ней Христово веке. Oh.
сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Господу помолимся. Посети виноград сей и утверди их. Его же насади десница Твоя. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Yeah.
как на спор терпения соделывает, терпение же искусство, искусство же упование, упование жизнью похоронит. Я-то люблю Божие, изменяйся в сердца наша, Духом Святым данный нам. Ничего Христос, сущим нам немощным, во времени за нечестивых умрет, едва Бога правильно, как Бог умрет, за богата в небе, то и нет умрете, поставляет же свою любовь, наш Бог, яко еще грешником сущим нам, Христос данный умрет, много же угубачи оправданий, бывшими не кровью Его, посемся и могили вас, ищет образи, бывший примирившимся Богу, смертью Сына Его, множие пачи примирившимся, посемся живопее Его. И Духове Твоему, всех во сих языцах.
и правды Его.
Твои благодеяния, я же сиял всезабильно на рабы Твоя, припадным славословие Тебе, кому мы носим, и умиленно вопием, избавя от всех бед рабы Твоя, Петра, Надежды, Евгения, Марии, Фатине, Любови, Татьяны, Виктора, Валентины, Алексея, Любови, Артеми, Маргариты, Любови, Александра, Павла, Любови, Анны, Дарьи. И всегда я по милости исполни во благих желаниях всех нас, прилежно молим и все услыши, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божьих, братьев прихожих святого храма сего.
Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и святотроицкие Сергиевы лавры священной архимандрита, да поминет Господь Бог во царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки настоятеля братьев прихожан святого храма сего, жертвователей, строителей, благоукрасителей, все поющих, чтущих, труждающихся, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
благодати Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Твоего Духа, третий час апостолов Твоими спаслабы,
того благиня тьми от нас, обнови нас, молящихся. Сердце чисто созвежди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, третий час апостолов Твоим не спасла бы, того благиня тьми от нас, обнови нас, молящихся. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, третий час апостолам Твоим не спасла бы, так облаги не отыми от нас, но обнови нас, молящихся. Господи, Высокопреосвященнейший Владыка Святых, и сотвори во хлеб сей, честное тело Христа Твоего. Аминь. Да и же в чаше сей честную кровь Христа Твоего. Аминь. Благослови вас, Высокопреосвященнейший Владыка. Приложи духом Твоим святым. Аминь. 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 Поклоняемся святым дарем Твоим. Христе, святое воскресение Твое поем и славим. Боже, милость всем будет нам грешным. Прости нас, Господи, без числа совершенства. Милосердись нас и достойны. Яко же будьте причастны, трезвение души, восстановление грехов, приобщение стага Твоего Духа, исполнение Царства Небесного, совершение осуждения, напоминает вас Господь Бог во Царстве Своем, всегда мне пристань к веком. Еще приносим честолесную святую Божию, почившую працу, как всех патриархов, как после апостолов, как навестия, мученица, исповедница, воздержница, ко всякому все праведным, вере скончавшимся, ходила Тебя приносим, Христе Боже наш. Изрядно пресвятей, пречисти, преблагословенней. Славней, Владычице нашей Богородице, и Преснодеве Марии. Пресвятая Богородица, помогай нам, Матерь Божия, не оставь нас, Старица неба и земли, освяти нами, Отец, Христе Христе. Будут милые.
милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Все святые помянуши погиб, а я просто помолимся. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукового. Мир
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, как вы сегодня слышали, в евангельском чтении Господь сказал: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его». Смысл этих слов Христа Спасителя следующий. Я не требую, чтобы вы оставили совсем и все, все заботы, и снискали внешние благ, пренебрегли всеми житейскими радостями. Но я хочу и прошу вас об одном. Переместите центр тяжести своих забот. Прежде вы о земном больше заботились, а о небесном очень мало помышляли. А я говорю, оставьте прежде всех своих забот и желаний небесных, и земные заботы на задний план. Иисус Христос затем прибавляет: если вы будете искать Царство Божие и правды Его, сегодня Его и первое сего, тогда и земное довольство само собой придет к вам. Итак, Спаситель наш не только не запрещает нам радости и пользования благами земными, а еще и сам обещает своим последователям земное благополучие, но только под тем условием, чтобы вы не прилагали к ним сердце, чтобы имели на заднем плане так первое место в ряду своих забот, искание Царства Божьего и правды Его. Одно надо соблюдать, нужно это земной жизни. Горите, но только то, что безвредно и безгрешно, а в чем грех, того всячески избегайте, как и всего, что мешает жить вам благочестно. Затем всякое дело начинайте с Божьего благословения. Часть кругов уделяйте на дела милосердия. Счастье не гордитесь, не счастье не унывайте. Во свидетельство Иисуса Христа Отец Небесный наградит даст у вас тогда и земным довольством, как он всегда поступает с творящими воле Его. Видите отсюда, как жизнь христианская проста сама по себе и блаженна, и как легко все в существе дела подобляться и быть если христианином. Решил раз и всегда во всем жить по евангельски. Таким образом, земные дела чередом, а дела Божьи первым долгом. Мирские дела для дела Божьего всегда и непременно оставляют. А Божьего дела ради мирских дел никогда и ни за что. Как бы теперь дела разным делами. И будешь ты блажен и всем этим, и много больше в будущем, где можешь даже достигнуть равной награды с великими подвижниками пустыни. Ибо, скажем словами преподобного Макария Египетского, Бог не смотрит, дело ли кто, или супруга, гинос, или мирянин, но ищет только сердечного произволения на добрые дела. Стяжи такое прославление, и спасение из тебя, кто бы ты ни был, и где бы ты ни жил. Аминь. Yeah.
покой тех, кто был на исповеди, получил благословение на причастие, подходя к чаше, складываем руки крестообразно, называемся христианские имена. Thank you.
прославляй, благословляйся тебя, Господи, я священно тебя уповающе. Спасибо тебе твоя, пусть состояние твое, исполнение всех твоих сохрани. Освети, любящее, благодаря дому твоего, и тех, по прославе, по жесту твоей силы, и не оставит нас, уповающих на тебя, мир твоему дару, церквам твоим, священникам, воинству, всем людям твоим, яко всякая не благо, и всяк дар совершенству и жене, сгоняя от тебе, Отца света, и тебе славу, и благодарение, и поклонение посылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, веки веков. Дорогие братья и сестры, позвольте всех от сердца души поблагодарить за общие молитвы и поздравить с праздником воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Мы сегодня слышали евангельское повествование, и есть такая фраза, чтобы мы заботились о Царстве Небесном более
не о том, что нам есть и пить. И приводится пример: птицы небесные и не сеют, и не жнут, но Господь питает их, и они живут. И вот подобие такое, сравнение, что мы должны отличать главное от второстепенного. И заботиться, и печься о вечности, о Царстве Божьем, чтобы войти нам в Него. Но, как всегда, у нас бывает, что мы то, что нам ближе, осязаемо, видимо, оно настолько близко и нам понятно, а то, что недосягаемо сегодня, невидимо и втайне, конечно, оно отстоит от нас дальше, как и Царствие Небесное. Мы знаем из Священного Писания, и вроде стремимся и верим, и уверены порой, как нам кажется. Но попробуй нас оторвать от земного, это катастрофа. Как же предаться вечности и оставить все? Оставлять физически не надо, но душу и сердце жить и определять главное в жизни, духовную жизнь. А материальная жизнь, физическая, она должна вспомогающей быть, второстепенной, как необходимость для поддержания своего физического существования. И все делать в этой, в своем физическом существовании для вечности, для души. Недаром наши святые отцы говорили: правильная организованная жизнь вокруг Божественной литургии. Если литургия, служба Божия не является главной в жизни человека, то человек неправильно живет, неправильно организовывает свою земную жизнь. И вот сегодня Господь говорит нам об этом, и сравнивая с птицами небесными, что они не сеют, не жнут, Господь их питает, они живут. Но мы с вами все стараемся, чтобы у нас было в доме, в доме, все остальное, и это становится парадигмой такой главной в нашей жизни. Оно должно быть вспомогающим, центр нашего внимания, центр нашей жизни должна быть духовная, стержнем проходить нашей жизни духовная жизнь. А это все, как и одежда, как и жилье, и все остальное, и транспорт, все это нужно, но оно не должно быть и главным в жизни. Вот мы должны это себе запомнить, и не только запомнить, а осуществлять в своей жизни. Это все вспомогающее. Никто не говорит, что его не должно быть, но оно не должно быть главным. А когда у нас главным становится наше бытие земное,
а это уже как, не сотвори себе кумира, идола и тому подобное. Преподобный Серафим Саровский говорил, если ты привязан к чашке своей, и вот это у тебя сокровище такое, что ты без нее не можешь, то ты уже раб этого предмета, этой чашки. Она у тебя главная, но не иное, не Господь Бог. Вот мы должны научиться именно так жить. Это возможно, это вполне вероятно, если мы все будем сосредотачивать в своей жизни на духовную жизнь, и все должно послужить, что у нас есть для жизни, именно для души. А из этого вытекает, мы должны соблюдать заповеди, мы должны молиться, мы должны 6 дней творить дела свои, день седьмой Господу Богу посвятить. Вот этот стержень главный должен быть в нашей жизни. Остальное как необходимость для поддержания своего земного бытия. Будем помнить, потому что Господь сегодня нам поясняет в своем Евангелии, говорит об этом, обращает наше внимание. Но иногда мы слышим, иногда слушаем, но не слышим. А нужно и слышать, и слушать, исполнять. Это наша жизнь, это наша святая обязанность и забота о духовной своей жизни. Всех вас, мои дорогие, еще раз поздравляю с праздником. Желаю, чтобы всемилостивый Господь помог бы нам в нашей земной жизни отличать главное от второстепенного, главное от вспомогающего. И помог бы нам разобраться в своей жизни, что же для нас с вами главное, вечное, ценное, а что второстепенное и вспомогающее. Помоги нам в этом, Господи. Всех вас, мои дорогие, особенно причастники из принятия Христова Тая, возблагодарим Господа, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.